Сердце – простой и понятный каждому символ. Он издревле присутствует во многих культурах мира. Но в чувашской сердце особенное, открытое. Именно этот графический знак группы дизайнеров и рекламщиков из Чебоксар предлагает в качестве нового образа Чувашии. Жизнь и быт, прошлое и будущее – все это отражается в национальной культуре и символах Чувашии. Это присутствует и в новом логотипе «Я люблю Чувашию». Дубовый лист, ветка хмеля, национальный костюм. Существует множество характерных для чувашской культуры образов, но все же самоузнаваемый орнамент в виде сердца с национальной геометрией. Если посмотреть на герб и флаг республики, то этот символ можно увидеть на вершине мирового древа. Это вековая мудрость чувашского народа. Открытое сердце. Мы открыты для всего народа, для других народностей. Зовем к себе в гости. Ну, нет у нас секретов, мы не хотим воевать. Поэтому, наверное, Чувашия одна из самых таких зон, где нет межнациональных конфликтов. Все гениальное просто, и вот оно лежит. Просто никто не обращал внимания, что сегодня, в данный момент, лучшего символа для нашей республики нет. Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Чувашии – тема во все обсуждаемая в республике. Возможно, именно открытое сердце – тот самый символ привлекательности. В сердце виде скульптуры, баннеры, сувениры с сердечной символикой. И наше открытое сердце быстро станет узнаваемым и будет биться долго и уверенно. Кстати, такой логотип просто и естественно заменяет слово «люблю». Очень быстро творческое горение узкого круга людей переросло в флешмоб. Сердце рисуют помадой на салфетке, краской на заборе, кетчупом на тарелке. Градус народного творчества зашкаливает. Это значит, что предложенная графическая концепция очень пластична и всем понятна. И в отличие от общеизвестного изображения сердца, чувашское имеет узнаваемые этнические черты. Мы сделали из ягод, из земляники. Сфотографировали, обработали и несколько вариантов выложили в сеть. Увидели наши подписчики, друзья, и стали присылать свои. Из грибов, из лисичек, кто-то из картошки выложил. Ну, у кого что было под руками. Одна девушка прислала из Петербурга, у нее из скрепок канцелярских сложное сердце. То есть все очень просто. Но самый эффектный, мне кажется, сегодня это получился, это одна девушка на деревянном добе прибила гвоздики и красной ниткой обозначила контур сердца. Это смотрится очень необычно, здорово, качественно такая. И народ зажегся. И сегодня уже в коллекции этого, уже фактически флешмоба, наверное, где-то 30-40 работ есть. Национальное телевидение не осталось в стороне и тоже приложило руку к сердцу Чувашии. Вот такое милое сердечко из значков пополнило коллекцию флешмоба. Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика.